Так, ребятки, всем привет! Это Dungeon Hero. В общем, это такая игрушка. У меня версия VIP, типа премиум. Вот. И здесь вы путешествуете героем. То есть вы нажимаете испытания, допустим, и идти. Какая здесь, в принципе, фишка? То есть от вас ничего не зависит, то есть все происходит автоматически. То есть вы деретесь и иногда свой перк, то есть используете. Здесь, наверное, слишком громко кричит. Я чуть-чуть потише сделаю. Где-то вот так вот. Игра простая, то есть она идет без интернета. Вот, иногда вам нужно лечиться. И таким образом вы зарабатываете монеты и проходите всяких боссов. Вот он, босс. Это уже от знакомой нам студии. Все это, вот и такие игры подобные, когда вы кого-то впускаете. Вот Грюзомби, это тоже было от этой, ну, от этой компании, которая производит игрухи. Вот, вы убиваете, значит, вот этого человечка, забираете и возвращаетесь обратно. А также можно посмотреть рекламку, и вам дадут за это бонус. Вот, и главное, в меню вы возвращаетесь. Вот оно, главное меню. И здесь вы можете, значит, вот герой, то есть он выбран. Дальше вы можете покупать следующих, то есть они более такие круче. И, соответственно, стоит разное количество денежек. То есть можете удар тьмы, видите, у него есть, у этого чувака, всякие шар тьмы, темный толчок, плюс 500 урона. Вот, то есть много всего. Так, и, соответственно, вы можете улучшать всякое оружие, броню. Здесь можно колечки ставить, можно ставить ожерелье, модернизировать штаны, модернизировать обувь, щит, перчатки, амулет. Вот этот шлем, имеется в виду. Вот здесь амулеты есть, всякие разные сферы. Они также повышают вам здоровье, урон, защиту и все в таком духе. И уникальные, то есть увеличение урона. Это вот такие вот фиолетовые штучки вам нужно. И, соответственно, артефакты. То есть вот это экипировано. Вот одна. Непонятно. Вопрос здесь горит. Также получить артефакт. То есть это за рекламу серебряный. И купить, соответственно, за ключики. То же самое оружие, премиум. И зелье. То есть вы можете докупать зелье. То есть за 40 монет. Вот, у вас будет 10 зелий. Улучшить сумку для зелий. Также можно за 500 монет. И способность зелий. Билетики. Это я пока еще не покупал. Я не знаю, что это такое. И всякие коробки тут есть. То есть можно купить одну, несколько. То есть редкие тут по значимости. То есть это можно все уже в дальнейшем все это получить. А здесь уже навыки. Вот вы нажимаете. Души, то есть это вот они горят, видите, здоровье плюс 30, урон, то есть разные они. Игруха, в принципе, то есть здесь можно покупать, соответственно, за деньги, можно золотой пакет, то есть всякие бесплатно здесь можно получить вот эти штучки. Здесь 500, 329 рублей, 1200. Я скачал это VIP-версия, она бесплатна. Ну, то есть иногда по акции. Помните, да, как я объяснял, когда говорил про топ моих лучших игр, вторая версия. Вот, и, в принципе, вы улучшаетесь потихонечку. Так, в экипировочку, броня. Ну вот, допустим, оружие.
А, мы даже улучшить не можем, у нас мы достаточно слабенькие сейчас. По-моему, в артефактах тоже нет ничего. Да. Броня. Да, здесь мы ничего улучшить не можем, у нас просто-напросто нет денег. И спускаемся, ну, здесь можно даже копать, то есть начать добычу, и какое-то время, в течение 60 секунд, вам, значит, вы будете добывать вот эти кристаллы, которые за денежки. Вот оно, подземелье. Всего силы 78. Так, и здесь есть бесплатное оружие. Ну, там за рекламу, скорее всего. Погнали в подземелье. Так, здесь есть босс уровень. Нажимаем. И восьмое. То есть идти. И вот вы спускаетесь. Соответственно, от этой игры ничего не ждите такого сверхъестественного. То есть это просто убивалка времени, когда вы куда-то отправились. И здесь вы потихонечку наблюдаете за своим героем. Здесь, кстати, можно, скорее всего... Вот, скорость повысить, то есть это будет гораздо быстрее. Добывайте золотишко. Это похоже на вот как раз игруху, на Грю Зомби вот это вот. Когда вы отпускаете героя, и он, значит, там путешествует. Только здесь он один, а там ходила куча зомби и всех убивала. В принципе, очень они похожи. Такая тамагочи получается. То есть вы ее выращиваете, улучшаете, покупаете потом новую себе тамагочу. Все, уровень пройден. И главное меню. Или следующую сразу. Ну, вот, допустим, главное меню. Экипировочка, броня. Так, у нас где-то здесь, по-моему, даются вот эти вот чемоданчики. Чемоданчики где-то можно купить. Главное сейчас найти. Где-то, по-моему, вот здесь. Билетики, коробки. Коробки. Вот, у меня 9 коробок обычных. Обычные. Нужны 10, это 10. Ну, можно по одному открывать. И вот здесь, видите, палку дали. Давайте откроем еще одну палку. Меч. Еще один меч. Ну, здесь, наверное, такие вот беспонтовенькие. Потому что, в принципе, они с одной штучкой все. Так, в принципе, все. И экипировочка. Вот у нас, смотрите, всякие мечи. Здесь увеличится урон на 25,3. То есть, а здесь на 82,5. То есть, 16. На 42. На 71. 37. Ну, вот этот мне понравился, допустим, меч. Экипировать. Все, экипирован. Вот оно оружие, и здесь его можно, модернизация, видите, 20 тут, например. Ну, пока один раз улучшим. Вот, урон 82,5, да, намного больше. Все, прыгаем в подземелье, нажимаем, 9-е испытание. И вот опять он бежит, сейчас, видите, урончик подрос. А вот эта версия VIP дает 500 вот этих гемов, которые вы можете купить сразу героя, который более прокачанный. В принципе, мы можем сейчас это и сделать. Потому что, я думаю, копить просто нереально. Там, то есть, надо достаточно долго. И, в принципе, этот герой даст как раз-таки больше. Вот здесь, кстати, вы можете нажимать еще всякие эти бонусы, которые вот 9 уровень прошли. Так, и в принципе, главное меню.
Так, здесь смотрите, видите, 10-й, давайте 10-й сразу пройдем. В принципе, я думаю, там проблем никаких не должно быть. Вот такая тамагоча. То есть вы ее выращиваете и запускаете. Я думаю, вот Grow Zombie, вот это Grow Zombie, которая есть, я думаю, как раз-таки понравится вот всем поклонникам такого жанра. В принципе, вот эта студия, она делает такие прикольненькие игрушки. На них можно так немножко заморочиться, поиграть, когда, ну, мозг, в принципе, отдыхает. Вы запустили, и все, вот он пошел. То есть борьба. И он, кстати, смотрите, он автоматом еще ест зелье. Все, куча монет, и вы получаете. Так, главное меню. Можно здесь удвоить еще награду. То есть это будет гораздо круче. И вот открывается новое. Видите? То есть прикольненько. А это уже... Так, это трудное потом дальше откроется еще. Вот. То есть трудный режим, много всяких. Вот она карта. То есть... Мертвые земли здесь есть, замерзший город. То есть вот так вот прикольненько, прикольненько. Так, и герой, мы нажимаем на нашего героя. Кстати, давайте подземелье, вот здесь вот где копать, видите, получить 7 штучек. Замечательно, вот здесь вот покупаем, разных можем купить, 500, 600, вот смотрите, давайте удар тьмы, плюс 400 урон, у нас здесь плюс 200, шар тьмы. Пробивная способность плюс 500. Вот, мы можем, например, купить вот этого героя. Давайте купим, выбираем его. И он, видите, гораздо сильнее. То есть здесь артефакты. Так, бронюшка. Бронюшка у нас сейчас посмотрим. Да, мы, в принципе, здесь-то ничего не можем так особо улучшить. Вот. И давайте отправимся в подземелье. Первое просто попробуем. То есть это хороший старт. Смотрите, вообще с первого раза всех убиваем. И у него суперспособности еще, и он критует прикольно. Ну, почти с первого раза. Ладно. Нормально, нормально. Смотрите, вот способность. Первая 600. А, это пулька, да, какая-то? Смотри, он может пулять. Опа. А вот это черная. Тоже удар. Пулька, и вот это 410, да, то есть вам больше активности у вас. Ну и, соответственно, вы можете все так же использовать, значит, просмотр рекламы и проходить дальше. Вот такая игруха, я думаю, она понравится вам. То есть здесь, смотрите, еще книга оружия есть, то есть какое оружие, книга артефактов, всякие. А, вот тут вот вправо щелкаете, и все оружие, которое есть, то есть вам выпало, то есть под номерами даже, вот видите, вот и книга артефактов, все то же самое, то есть, ну, артефактов у меня нет, нифига. То есть достаточно прикольно, такие мелочи как бы, да, ну, забавно, забавно, вот за 1000 гемов такой вот есть, за 700 тоже. Вот это. И, конечно, вот эти вот всякие скиллы. Плюс 200, плюс 400, конечно. А, вот тут еще есть, смотрите, да? Вот, плюс 210 урон. То есть ледяной цепи, воды. То есть всякие разные. Тройной выстрел. Прикольно, прикольно. Так, и, соответственно, вот эти души. Души надо покупать. То есть за 200, здоровье плюс 30%. Приобретать предметы автоматически. Использовать способности, видите, автоматически. Классная тема. Вот это, использовать способности автоматически. То есть вам вообще ничего не нужно делать. Вы только запускаете его и погнали. Вот. Прикольная, прикольная тема. Вот, мероприятие здесь еще есть какое-то. А, мероприятие, понятно. То есть пропустить все рекламные, антирекламный пакет. Забавно, забавно. Копать бесплатное оружие. Ну, здесь, наверное, за рекламку, да, и за гемы вот эти можно купить. Премиум оружие, видите, 450 монет. То есть это
тоже в зависимости от этого. Так, всего силы 82. Вот. Поэтому такая игруха, ребят, присоединяйтесь, кому понравилось, ставьте плюсики в комментарии. И на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. На канале вы можете найти также много других игр, которые мы сделали первый взгляд. Вот. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.